Тема 724. Сладкие туфли. Этот бизнес легко раскручивается через социальные сети и быстро становится международным. Ведь таких оригинальных, сладких, туфель грех не поделиться. Они такие аппетитные, что их хочется съесть. Страничка Инстаграма. instagram.com/rashoybakery/chirapparentesis.comia, которая популяризирует подобные сладкие туфли, набрала почти 97 тысяч подписчиков, и я уверена, это не предел ее возможностей. Придумал и украсил эти туфли дизайнер, который проживает сегодня в США, во Флориде, Крис Кэмпбелл. Ему настолько нравилась естественная красота пирожных, капкейков и тортиков, что он решил перенести ее на обувь, правда, именно на туфлях это не настоящий крем. И не прогадал. Начал он их продавать сначала на Etsy, где он стал настолько популярным, что ему пришлось создать свой магазин под брендом Shoebakery по адресу shoebakery.com. Судя по статистике, сайт хорошо посещаем, примерно 1000 посетителей в день. В честь создателя сладкого бизнеса, он продает не только готовые модели туфель, но и выполняет индивидуальные заказы, кому-то нужны туфли с вишенкой, а кому-то с клубничкой. Не знаю, первым ли придумал украшать туфли кремом и вишенками Крис Кэмпбелл или он взял чужую идею. Но делает он это мастерски. Дизайнер пошел еще дальше, туфель. Он начал украшать искусственным кремом и шоколадом женские сумочки. Правда, сумки оказалось украшать проще. На них наносится не объемный заменитель крема, а просто его изображение, вот как можно зарабатывать на 3D-рисунках, а не только рисуя их на асфальте. Но издалека выглядит очень эффектно. И даже выпускает брелки в виде маленьких туфель и сумочек. Меня ощущение, что туфлями, сумками и брелками дело не закончится. Нас еще ждут кулинарные, шляпки, толстовки, юбки, очки, автомобили, наклейки и бог весть еще что, может, кто-то еще успеет сделать это раньше и лучше.